Всем привет, вы на канале Apollo Games, а это Overkill The Walking Dead. Что, продолжаем проходить центр Джорджтауна, кровь и вода. Сюжетное задание. Пока мы обороняли дом от орды ходячих, семейка пробралась внутрь и украла наш очиститель воды. Без него мы скоро скопытимся. На такую прорву людей дождевой воды не напасешься, а выгонять своих из лагеря я ни за что не стану. Наш очиститель унесли в одно из убежищ семьи в Джорджтауне. На улице в толпы ходячих, так что пальбу устраивать нельзя. Держимся тихо и лишний раз не светимся. Точно говорю, лишнее внимание нам даром не нужно. Найдите убежище семьи, заберите очиститель воды, награды оружейный кейс модификационных 2 целых кейса. Скрывается на уровне. Попробуем найти этот ящичек с вот этими ящиками. Семья использовала ходячих, чтобы отвлечь нас, и это сработало. Пока мы отбивались, они вломились на наш склад и убили несколько хороших людей. Мы могли бы просто забыть об этом. Месть ведет прямиком в могилу. Но они украли наш очиститель воды. На дождевой воде долго не протянуть, а я не собираюсь пить собственную мочу. Поэтому мы вернем его. Нас разделяет толпа ходячих, но на этот раз мы будем начеку. У нас есть шанс, если будем двигаться медленно и осторожно. Мы вернем наш очиститель, даже если небеса рухнут на землю. Вот так вот. Так, ну они тут без меня уже начали, но это, в принципе, самое начало. Так что давайте двигаться, найдите убежище семьи. А, что полутать тут можно? О, патрончики. Блин, ну они тут уже все собрали, так что бежим. Фига себе их тут. Как-то их тут побольше, чем обычно. Так, идите отсюда. Мы с вами уже проходили эту миссию. А, посмотрим, что здесь изменилось. Ну, вот. Может быть, зомбарей поправили. Типа, где-то больше, где-то меньше. Это что такое? Нет, это не тот кейс, который нам нужен. Мы приберегем отмычку. Нам нужен здоровый такой, железный. Чтобы получить оттуда либо модификационный, либо оружейный еще кейс. Так, я, кстати, решил попробовать за Хезер поиграть. Снова. Потому что, чё мы вечно Грантом играем? Да, конечно, он там прокачивается, он у меня там 3-го уровня уже, чё-то. Так, чё вы? Они решили, короче, здесь, да, пойти? А, нужен набор электрика. У нас нету наборов электрика, так что мы идем как обычно. Через толпы зомбарей. Ты там умер? Блин, тут ещё. Ну, ты чё так неосторожно-то бегаешь? Что это произошло? Ясно. Ладно. Блин, ну конечно, киркой вот это вот одиночный удар не очень удобно уже после Гранта. Да, как ты на меня напал-то? Да. Не очень. Можно пистолетом немного поработать. Промазал. Ладно, не страшно. Чё-то здесь по луту. Так, сюда зайти нельзя. А, нам там сейчас ворота нужно будет открывать. Как-то потруднее, конечно, киркой убивать. Вот прям чувствуется. Либо я уже привык, то что к палке. Там написано, что это посох. Будем называть это посохом. Куда ты долбишься, я здесь. Так, вот лут есть. Так, взять аккумулятор. Угу. Он нам пригодится. Что тут еще? Да, блин, кстати, лут перестал подсвечиваться. Я думаю, это наш идет. То есть, когда мы играли в бету, весь лут подсвечивался таким серым цветом. Сейчас же этого не происходит. То есть, в темноте вообще не найдешь без фонаря что-то. Так. Б.
блин, в капкан попался. А где он вообще? А, понятно. Но он немножко в доски залез, поэтому я его вообще не убил. Понятно. Я ничего не вижу, я как всегда во все ловушки наступлю абсолютно. Чё я пытаюсь оправдаться как-то? Я любитель наступать капканы и ловушки. Так, у нас сюда провод ведет, значит, тут собирать нашу штуку. Да что ж такое? Чтобы открыть ворота. Так, не беги на меня. Так, этих вырубили. Что тут включить? Это понятно, что он не включится. Восстановите питание. 3 батареи. И провода. Вот еще одна батарея сразу вижу. Так. Что здесь по луту? Опять же. Так, возьми. А, ну еще один аккумулятор, хотя он мне не нужен, зачем я его взял. Там уже поставили. Хорошо, надо пробраться через них. А, ну... Они куда-то уже пошли? Я тут могу зайти? А, нет. Но они, наверное, с той стороны уже оббежали, да? Давай быстренько. Да, тут толпы зомбарей. Нам тут уже делать нечего. Не, ну арбалетом мы будем пользоваться против людей. Сейчас как раз таки они будут. На зомбарей тратить стрелы. У нас что там всего лишь 6 стрел? С чем это надо? Так, ты не встанешь там? Встала бы. Так, тут вроде лут есть, да? О, капкан. Где что играет? Вырубите ее. Взаимодействовать. Подобран предмет истории. Вот. А почему-то я когда на бете поднимал эти предметы истории, мне потом не засчитывалось, что я вообще что-то поднимал. Странно как-то. Ладно. Пистолет у меня перезаряжен. Зомбарь катается. Все, ляжь обратно. Угу. Так, это нужно забрать. И... Где же людишки? Здесь по-любому стоит. Нет? Чё-то никого... Нету. А вон есть. Вот этого снайпера нужно снять. Угу. Не попал. А сейчас? Вы чё, издеваетесь? Понятно. Арбалет, видимо, как-то не совсем так работает, как я думал. Этому я каску снял, да? Ладно, этому хотя бы в голову попал. Этому тоже. Чё, пошли? Рубить людишек? Чё там делаешь вообще? А, это мертвый, которого я же и убил. Калаш. Хочу калаш. Прицел здесь, конечно... Ну, глушитель закрывает. Получается, мушку. И ничего не видно. Так, здесь, да? Фига ты выбегаешь. Так, давай лутец здесь пособираем. Ага. Черт. А, патроны кончились. Кто-то в спину нафигачил. Так. Тихо. Стрел у меня одна. Шум привлек ходячих. Вот раньше я не помню этого. Либо не замечал просто. Типа то, что мы начали стрелять, и они сейчас попрут с разных сторон, да? Лут. Откуда он стреляет именно? Блин. Что происходит вообще? А, сверху. Ой, ну бывает. Да как ты не попал-то? Давай, выйди. Может быть тут хотя бы... со всех сторон просто говорю. Это невозможно. Прячемся. Сколько можем. Так. Как-нибудь в головешку бы ему зарядить.
Он бежит. Он просто упал. Блин, как-то за Гранта попроще, я бы сказал. Я думал, в плане именно боев с людьми, за Хезер будет полегче. О, троны. Хотя бы что-то. Тут еще лутецкий. Да, такие дела. Так, еще эти мешочки. Припасы лагеря. Тут зомбари стоят. Можно сломать замок, но... Не думаю, что это хорошая идея. Кстати, можно было бы, наверное, это сделать, и они бы тогда напали на людей. Тут кто-то в капкан наступил. И может быть, это их бы отвлекло. А мы бы пока под шумок. Ну, там еще и зомбари бы начали их кусать. И нам бы осталось меньше работы. Так, давай винт сделаем. Пока мы тут все просто стоим. Так, фонарь нужно включить. В таких темных местах включить фонарь. Компонент. Так, ну что? О, даже никто ящик не открыл. Шутите? Кто-то компонент не мог подобрать, но я, пожалуй, заберу. Блин, ну и киркой с толпой зомбарей не разберешься. То есть только по одному вот так вот. Там двойной удар, так еще и, блин, сразу сплэшем идет, ну, получается, по всем. А че вы закрыли-то передо мной? Давайте я пройду. Так. От ресурсов я не откажусь. Так, тут осторожно, очень много людей, кстати, снайпер меня целит. Я сейчас попробую его снять, конечно. А где он? У арбалета такое себе. Почему я не попадаю? Что? Может быть, навесом нужно немного брать? Так. Найден кейс с оружием. Ой-ой-ой. Так, вот интересно, если... Вот он, получается, нашел кейс, и мы все получим эту модификацию, типа, или только он? Я не думаю, что только он, потому что нас, типа, предупредили. Так, нужно похилиться срочно. Блин, она вроде быстро, да, машет? Классно. У меня все умерли. Не, ну когда бьешь, не очень быстро машет. Это вот... Тут чувак с дробовиком. Ненавижу его. Постоянно от него умираю. Так, ну у нас челик отошел, как бы. Я сразу сдался, чтобы быстрее возродиться. Меньше шанс был, что он умрет. Блин, ну, я так понял, короче, арбалет это вообще не снайперская тема. Далеко не снайперская. Патрончики нужно подсобрать. Так, главной фишки тогда Хезер я не понимаю. Воу. Я немножко коктейль Молотова задел. Так, можно с крыши попробовать, конечно, еще раз навесом пострелять. Собрать припасы. Нифига, целый ящик. Подняты припасы. Так, может быть, что-то еще интересное, пока наши там возрождаются. Ладно, нет. Ничего вроде нет. Ну-ка, попаду. Не, ну с дробовиком навряд ли. Где еще человек? Он прям за щитом стоит. Больше людей я не вижу. Блин, еще свет так падает вообще. Ой-ой-ой, со спины подошли. Так, переключаемся. Угу. Как вы там их пропустили-то? Не знаю. А, там вроде чешка вон торчит. Вот так вот попробовать. Нет, я в щит попадаю, видимо... Чё? Он успел прикрыться? Звук такой металлический, типа в щит попадает. Ну-ка еще выше. Еще выше все равно попадает. Давай так попробуем. И вот теперь в него типа можно стрелять, но...
Понятно. Я тупо не успеваю. Нифига себе. А, у нас тут шум привлек ходячий, да? Чуть, блин, надо побыстрее с ними как-то разбираться уже и идти дальше. Что за дела? Давай, вот так вот. Быстренько их рубить. О, что-то аж кадры проседают. Тут еще ползучий. А, все, у меня кончилась стамина, я лучше отойду. Припасы у нас там еще уронились. Можно, в принципе, так сделать. Воу. По навесу, оказывается, нельзя ходить. Этого я не знал. Так, ну припасы я, пожалуй, заберу. Кейс с оружием, точнее. Так, тут шлем для броневика. Надо бы попробовать как-нибудь его убить. Где он тут стоит? Ага, вот он. Черт. А, ну у меня тут еще и зомбари. Главное не высовываться, он сразу пропиточит с этого обреза. Он пытается меня там ударить. Воу. Так, осторожно. А, ну просто дробовик. Не знаю, как его подловить вообще. Да как так? Ну ясно. Ай, где там наши? Не знаю, как-то так его рубить. Зарубил. Между прочим, зарубил. У нас бронебойная кирка. Так, ресурсы. Сделать бинт. Это полезная вещь. Ай, ну что, тут пролезем, патрончики обязательно. Сейчас снова перестрелка начнется, а у меня вообще патрон нет. Пятерочка. Вот, кстати, еще один кейс. А я еще один-то заберу. Это уже с модификацией, то есть их на уровне, если так показывается, то их два на уровне, и с модификацией, и с оружием. Интересно. Там кто-то фонарем светит. Надо открыть эти ворота. Должен быть какой-то способ открыть их. Осмотритесь. Как-то очень долго мы продвигаемся. А, нужен набор химика. У меня нету набора химика. О, а это что? Колесо. И рукоять. Так, этот замок можно просто сломать. Давай. Кто тут бегает? А, это наши. Колесо, ремень, рукоятка. А, ну вот. Че, уже все поставили, что ли? Куда вы покатили его? Так. И ремень у чувака есть. Теперь заводим. И потолкали. Я поднимаю ворота. Здесь лута уже не осталось. О, жердяй. Так, надо, чтобы кто-то с этой стороны стоял. Ну ладно, давайте я постою. Там кто-то еще. А кто-то с этой стороны. Блин, ну чё? Все то в одну сторону, то в другую. Нормально. Так. Ой, жердяй. Отходим. Ну, почему вы здесь не держите-то вдвоем? Интересно. Так, у меня стамина кончилась. Так, лучше как-то так отойти, чтобы мне хотя бы в спину эти не заходили зомбари. Блин. Надо отталкивать, иначе они меня повалят. Они меня уже повалили. Так, ну что, мы открыли ворота. Ну, точнее, прошли. Блин, зомбарей, конечно, очень много. Я вот
Прям серьезно, чувствую, как я менее полезен за Хезер. Прям намного. Чем за Гранта. Мне это не нравится как-то. Так. Ну, может быть, я просто не понимаю чего-то за нее. Блин. Так, тут лестница есть? Нету. Угу. Они-то наверху, блин. Вот я не могу с этой толпой даже нормально справиться, потому что у меня не палка, а это гребаная кирка. Так, тихо. Ползучие. Это и по времени намного дольше, так еще и... Блин, сплэшем, самое главное, не могу бить. Это просто ужасно. Ну, в общем, мы там прошли, перебили просто орду зомби. Я сидел и рассуждал над... Ну и на меня напали очень много. Отходим. Еще и стреляют. Прям в спину. Так, можно я сюда куда-нибудь забегу? Только главное в капкан какой-нибудь не наступить. О, тут у нас ящички есть всякие. Так вот, я рассуждал над самим персонажем Хезер. То есть, кирка, ну, намного хуже, чем... Та же палка Гранта, арбалет намного хуже, чем та же снайперка Гранта, жизни меньше, пистолет у всех одинаковый. Единственное, что я понял, это Хезер умеет подсвечивать все предметы. О, я один живой остался, мне надо как-то гаситься. Так, тихо. Я так умру. Меня стреляют, так еще и, блин. Ой, да хрена просто зомбарей. Это невозможно просто. Ё-моё, я вот прям чувствую, что я не очень-то справлюсь. Черт. Так. Давай, не знаю, там, дымовуху кинем, что ли. Я надеюсь, она меня спасет. Как бы хоть что-то. Так. Мне нужно еще 2 минуты целых продержаться, но, блин. За Хезер, мне кажется, это вообще чем-то невозможным. Так, тихо, блин, меня вообще жмут со всех сторон просто. Тихо. Осторожно, просто бегаем туда-сюда от них и все. Фух, прошло всего лишь 20 секунд, а такое ощущение, что целая вечность. Так, тихо, блин, бинтов даже не могу себе сделать. Можно я как-нибудь обратно там вернусь? Нет? Так, о, дом. Закрываем. Можно забаррикадироваться? Нет. Фух. Так, тихо. Посидим где-нибудь здесь. Тут вроде безопасно. Снайперы не должны меня снять. Лучше особо не вылазить никуда. Так, я там все двери закрыл. Что мог вообще закрыть. О, зомбари уже прут. Так, идите отсюда, я вас не звал. По одному их будем отбивать. Так вот, нормально. Не будем ждать, пока они тут скопятся все. Фух, вот это экшен. А, так как можно, блин, подсвечивать эти предметы, я вот не знаю. Я как-то играл, когда Хезер подсвечивала предметы. Так. Нормально. Живем. Все, 10 секунд. Фух. И можно идти дальше. Блин, как-то очень сильно затягивается миссия.
Надо уже побыстрее разбираться с ними всеми. Где у нас там кто стрелял? Давайте, покажитесь теперь. Сейчас я не боюсь умереть. Вот, я не знаю, какой навес брать, как бы. Механику еще стрельбы не совсем понимаю. Так. Надо что-то делать. А, так тут, блин. Зомбари их жрут, получается. Так. Тихо, 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 блин. Прям знак мешает. Их тоже так же зомбари жрут, как и нас. Только они их, я так понимаю, сразу убивают, да? О, там что за... Щитовик. Офигеть. Он их бьет просто щитом. Почему я его не убиваю? Я же ему прям в голову стреляю. Что просто? Ладно, пистолетами я не буду стрелять, потому что я еще больше соберу толпы. Ой-ой-ой. Толстяков там повзрывалось. Капец. Блин, надо понять, как... Да... Ты задрал там стрелять. Он нам еще проблемы устроит. Его зомбари вообще не берут. Так. О, оптимизация чувствуется. Большое скопление зомбарей, все. Просадка. Просто сюда смотришь. Так, у нас тут ящик с оружием. Потеряли наши. Надо его поднять, чтобы не забыть сразу. Заберите кейс. О, еще предмет. Истории. Нормально. Так. Проберитесь во внутренний лагерь. Это, я так понимаю, сюда. Тут нужен набор электрика. Чтобы это сделать. О, а тут нифига их столпилось. Они сейчас просто по мне... Все начнут шмалять, и мне хана. О, как бы это не было концом для нас. Тут тоже нет. Пуль. О, уточка. Самое время посмотреть на уточку. Так, но я его не спасу, там их слишком дофига. У меня ничего такого даже нет. У меня патрон банально нет. О, тот челик просто стоит... Стреливает потихоньку, точнее, блин, отбивает их битой. Подкрался со спины. Так, тихо, я же уже залез на машину. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Успокойтесь. Ну, понятно. Все, я откинулся. Могу только вот так вот сделать. И все. Вся надежда на шведа. Так, как-то мы слишком долго тут бегаем. Пора уже доделывать наше задание. Верните очиститель воды. Где он? Ладно, сейчас можно и полутать, в принципе. Так, я кого-то слышал. Тут что, есть люди? Да вроде не видно никого. Так, ладно. А, у меня же фонарь есть, ё-моё. Кстати, вот сейчас снова как будто подсвечивается лут. Ну-ка, давайте еще проверим. Ну, как-то слабо, но подсвечивается, да. Раньше такое ощущение, что вообще не подсвечивался. Так, и вот у нас как раз-таки фильтры. Можно носить только один. Отлично, другие детали должны быть рядом. Найдите панель управления. Ну, вот, наверное, панель управления. Кто-нибудь, может быть, фильтр возьмет? Угу. Не особо-то они спешат фильтры брать. Зомбарь топает. Так, давай его со спины просто вот так убьем. Чё мучиться? Так, тихо.
Можно носить только один. Пойду кейс, наверное, заберу. Так, как тут пройти? Тут не пройдешь, да, просто так? Ага, видимо, да. Здесь панель управления. Так, военного нужно сразу прибить. Так, он прибился, да? Нужно вернуться все-таки за кейсом. Прям 100% нельзя без него уходить. Ой. Фига себе он вышел из-за угла. Так. Я зря сюда вернулся. Кейс мы, видимо, уже не спасем. Печально. Так, у нас Эйден там умер. Так. Блин, лежачие эти. В принципе, можно забраться вот сюда и тут стоять. Просто поотстреливать их. Хотя отстреливать такая себе идея, потому что... Ну, блин, так я не достаю. Потому что я еще больше, наверное, привлеку их внимание. И еще полезут всякие разные. Так, может быть, ты упадешь там? Вот, правильно. А где у нас Грант? Я его что-то вообще не вижу. А, вон он в доме. Ну, я думаю, я, в принципе, могу еще побегать. Почему бы и нет? Хотя, блин, там вообще толпа. Тут тоже, блин, зомбари. О, как же это долго все. Надолго это все затягивается. Так, ну нам нужно пока расчистить тут все. Чтобы они нормально зашли, забрали там фильтры, панель управления. И мы сделали все свои дела. Тут что, тараканы какие-то? Найден выживший. Так, толстяк, не хочешь там упасть немного? Блин, вот почему, как в сериале, ну, у нас есть арбалет. Мы, например, вот стреляем в голову ему. Блин, не попали мы ему в голову. Когда я поспешил с выстрелом. Давай, вот. Встал, попали ему в голову. Мы можем стрелу забрать? Да, мы можем стрелу забрать. Вот. Вот оно что. Интересно. Вы собираетесь возвращаться там? Угу. Так вот просто стрелы собираем. И все, как в сериале прям. Угу. По одному можно, в принципе, так теперь стрелять и потом просто стрелы доставать. А вот я ему вообще куда-то в плечо попадаю. Ты там умирать собираешься? Отдай мои стрелы вообще. Ты тоже отдай. Ой, толстяк. Че, не хочешь упасть? Вот так вот. А, черт. Ладно, я могу пока подстреливать, в принципе. Они собираются меня идти поднимать? У меня тут, в принципе, не целая орда, чтобы не поднимать меня. Пока есть время, перезарядимся. О-о-о, понятно. Толстяк, привет. Ну, хоть урон не нанес. А, я теперь стрелять не могу из-за него. Все ясненько. Будет весело, думал я. Поиграю за нового персонажа, думал я. Ну, как за нового, в смысле, за непривычного мне персонажа. Ага. Если бы я играл бы за Гранта, мне кажется, мы бы уже закончили миссию. Я просто в конце покажу, сколько мы минут, и тут эту миссию проходим. Hello, Apollo, take this hair piece. Возьми это, пожалуйста. Да пытаюсь я взять. Вот, смотрите, что происходит. Тут они несутся. Давайте тогда прикрывайте. Блин. Фильтр. Фильтр я могу забрать? Нет, не могу. Так, сейчас перебьем. Так, поднимаем. Угу. Нормально.
Ну, Грант, возьми. Ё-моё. Сдерживаем. А, вот почему он не берет фильтр? Вот это уже интересно. Я-то как бы взял. В чем проблема? Ой, жердяй. И вот, короче, после этого я думаю, что я вот прям только за Гранта буду играть. Может быть, иногда Эйдена буду брать. Редко, но, наверное, буду. Почему он не взял фильтр? В чем ваша проблема? О, моя стрела. Дайте заберу-то. Как мне ее забрать? Ясно. Стрела залагала. Угу. Он скинул сумку и решил так попробовать. Если у нас есть сумка, мы не можем это нести. Классно. Бойцы, отправляйтесь к новой дислокации Калиба и возвращайтесь домой. Сумку мы не можем забрать. Так, нам нужно выстрелить из сигнального пистолета. Пустить ракету. Все. И узнули. Ну, в принципе, мы можем потом эти фильтры скинуть и забрать. Сбегать снова за этим сундуком. Ну, не знаю, насколько это хорошая идея. Еще просто миллиард зомбарей повалил со всех сторон. Еще полчаса вот просто этой киркой по одному бить. Так вот. Да. Я почему-то не могу найти способность Хезер. То есть, может быть, я ее не взял? То, что она подсвечивает, может, все. Ну, все предметы на карте. Так, давай уже тут постреляем. Чё уже? Нам 30 секунд подождать надо, в принципе, всего. Так, ладно, я спущусь все-таки, побью их так. Они вроде так меня не хватают. Все, машина приехала? Куда она приехала-то? Чувак опять фильтр оставил просто. Принесите детали очистителя к пикапу. А пикап у нас с той стороны. Ладно, перезарядим хотя бы арбалет, чтобы по пути там как-то это все сделать. Швед, только не откинься там. Можно пробежать, может быть, лутецкий, да. Оп, 5 патрон. Сойдет. Блин. Быстро кидаем. И уходим. Блин, еще и отсюда зомбари теперь идут. А они машине ничего же не сделают. А ну, в принципе, нам придется тут отбивать их пока что. Потому что нам еще отсюда как-то уезжать. Вот я думаю, на машину я на этот раз нормально залезу, да, и меня с нее не скинут. Угу. А, ну нам еще один фильтр нужно принести. Можно пока за ним сбегать. Все, теперь доставить всех игроков к пикапу. Ну ё-моё, как так-то, чувак, ну как так? Мне нельзя умирать, вообще никак нельзя. Чёрт! Чёрт, чёрт, чёрт. Я надеюсь, тут я его нормально подниму. Все, теперь нам нужно бежать. Бежать, блин, просто к машине. Всем троим. У нас еще, правда, заложник там остался. Ну, блин, да хрен с ним. Не, Грант все-таки побежал за ним. Ладно. Пока поразбираемся с зомбарями. Сколько можно? Я говорю, мы уже какой второй час проходим миссию. Они еще и бегут за какими-то заложниками. Так, я тут сейчас откинусь, и вообще будет классно. Так, давай я снова на свою машину залезу. Там, правда, вон жердя идет. Что очень плохо. Придется сматываться вот сейчас. Жердяй бы меня просто скинул, и они меня затоптали. Я их сюда заагрю, чтобы они наверх поднялись. В
Вроде как должно получиться. О, пока тут, может быть, соберу что-нибудь на что-нибудь. Давайте, идите сюда. Патрон у меня нет. А вон, кстати, лежат. А, может быть, ты возьмешь? О, хотя бы один патрон есть теперь. Они там все с этим заложником не могут разобраться. Че, вы там еще не готовы? А зачем они? Зачем они это делают? Ну, мы просто сейчас доиграемся до того, что просто умрем. Так. Ясненько. Понятненько. Эйден умер. Я почти умер. Они грёбаного заложника пытаются спасти. Я понимаю, если бы у нас все гладко и хорошо шло. Я тут просто уже на крополях живу, потому что зомбарей немерено, и толстяки просто скидывают с машины. Все, они наконец решили добежать до машины и бросить нафиг этого заложника. Вот мне просто уже интересно, сколько там мы играем. Мне кажется, больше часа. Ой, я нечаянно покинул территорию. Но 3 секунды ничего не изменят. Задание наконец-то выполнено. Ну, такое. Час и 8 минут. Почти 9. Ну, кто смотрел мои серии по Бетте... Так, мы получили фиг P255. Кто смотрел мои миссии по Бетте, тот прекрасно знает, что... Блин, очень сильно зависит от людей, с которыми ты играешь. Да, я типа играл за Хезера, от меня толка было не очень. Спортивный компенсатор. Не знаю на что, наверное, какой-нибудь пистолет, пулемет, не знаю. Посмотрим потом. Плюс 1500 очков опыта за завершение задания, плюс 100 очков за выполнение дополнительных заданий. И нам много чего дали. Задания, новых заданий, задания готовые к сдаче. Потом мы уже сдадим Андерсону квест и получим новую миссию какую-то. Мне дали еще такой вот массивный ледоруб. У него дополнительный урон против брони. Есть маленький шанс на расчленение. Так, по модификациям мне тут надавали компенсаторов. Есть оружие, совместимое с этой модификацией. Потом посмотрим, куда мы можем притулить это. Еще я хотел посмотреть, мне давали какие-то скины за... Я так понимаю, за предзаказ. Мир, семья, игрок. Что это? Карточная игра. Сезон 1. Карточная игра собственного изготовления. Называется «Маги собрания». На каждой карте есть картинка, описание навыков и количество магической энергии для их применения. А зачем нам это? Замызганная лента. Прекрасная пышная лента с вышитой надписью. Семья, листовка о турнире. Так, стоп. А, персонажи. Ну-ка, давай, вот, например, Грант. Я могу как-то что-то поменять? Так, ну я только нашел наши навыки. Мы можем тут что-нибудь прокачать. Так, это коктейль Молотова. Увеличивает начальное количество патронов к снайперской винтовке и ее боезапас. Это такое... О, сразу вот увеличивает здоровье на 50 единиц. То есть дополнительная ячейка, да, у нас здоровье будет. Ускоряет крафтинг. Ускоряет восстановление выносливости в бою. Я думаю, мы сразу жизни для начала вкачаем. Блин, оно 2 очка опыта забирает. Но, в принципе, я думаю, это нормально. Уменьшает расход выносливости при ударах посохом. Это, я думаю, тоже нормальная тема. И это мы возьмем. В следующий раз мы уже будем играть за Гранта. Блин, я не могу найти, где у нас скины. Наверное, я найду уже в следующей серии. Как их поставить. Ладно, вот на этом я уже буду заканчивать. Что будет дальше, увидим в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.